Теперь мы докажем еще одну теорему, которая, собственно, похожа в чем-то на теорему 1, но до доказательства возим на людей, которые пришли из работы в органике Кацетау, после этого многие люди стали заниматься этой теорией. Трудно сказать, кто является автором. Мы находимся в ситуации гипотезы Эрдоша Семериди, написанной справа. Поэтому я не буду повторять, что P – простое число. P у меня всегда будет простым числом. А потому что ZP, опять же, мощность, мы предполагаем, удовлетворяющего условия P всегда условия, то мощность не больше, чем P всегда 1/4. А да, утверждается следующее, что в квадрате. Ну давайте эту теорему докажем с вами. Так, ну опять же, мы с вами определим множество d. Это есть а минуса. Тоже на А минус А, но чтобы не делить на 0, мы из знаменателя исключим нулевой вычет. Опять же, я повторяю, что все мы делаем с вычетами по модулю. Я тоже не читаю, как вычитаю. Так, ну, давайте мы оценим такое. Очень грубо и просто оценим мощность множества D. Итак, любой элемент из Z в виде такого разного отношения, разность двух элементов может 2 делить на разность двух элементов из множества. И причем от 3 не равно 4. Но отсюда вытекает, что мощность D меньше, чем мощность F в четвертой степени. Поскольку каждый элемент А1, А2, А3, А4 это элементы за, и количество всевозможных четверок, это есть мощность F в четвертой степени. То вы скажете, что можно оценить получше. Здесь я пишу неравенство строго, потому что здесь не все разницы возможны. Например, нужно требовать, чтобы А3 не равнялось вычету А4. Здесь можно писать подочнее. Например, мощность А в кубе делить на мощность А минус 1. Но не будем крахоморфизм описывать, не нравится, такое грубое, но во всяком случае мы знаем, что это меньше, чем. Ну, теперь это значит, если мощность D меньше B, это значит, что D может быть настолько много, что D никак не может содержать все элементы Z. Правда? Поскольку мощность D меньше B, значит, есть элементы ZP, которые не лежат в D. Давайте мы выпишем все элементы ZP. Но я понимаю, что каждый элемент он помечен остатком определения на P, который дает представитель соответствующего вычета. Итак, P элементов ZP 0, 1, 2, минус 1. Ну вот 0, как вы думаете, лежит в D? Не лежит. Ну 0, конечно, лежит в D. Потому что здесь мы можем взять отношение такое, что в числителе два элемента 1 и 2 совпадают, будет 0. 0 лежит в D. Ну давайте возьмем вот в этой последовательности первый элемент C, который не лежит в D. 0 лежит в D, там единица лежит в D. Возьмем первый, который не лежит в D. То есть C лежит в D. А кси минус 1, первый элемент, который не лежит в D, это кси. Кси не лежит в D, а кси минус 1 лежит в D. Так, ну дальше. Дальше давайте будем действовать аналогично тому, что у нас было со временем 1. Посмотрим множество E, скажем, множество А плюс кси.
в отличие от, так сказать, вот серия модель, мы здесь уже никаких ограничений на Б не делаем, а АБ производные методы. Я утверждаю, что все вот эти вот, когда мы берем разные пары методов АБ, все вот эти вложения будут различны. Это, собственно, соображения такие же, как те, которые мы с вами используем. Если вдруг имеет место такое равенство, это может быть. Вот такой элемент лежит в D. Аксиом лежит в D, противоречие. Поэтому мы видим, что равенство быть не может, и поэтому может быть не Е. В точности равняется, может быть А в квадрате. Поскольку имеется мощность А в квадрате пара элементов АВ, где А и Б пробегают совершенно любые элементы множества, значит, имеется вот столько пар АВ, имеется именно столько суммы видов А плюс к себе, все они различны. Так, ну хорошо, теперь синус 1 уже поделить. Синус 1, давайте мы, раз уж синус 1 лежит D, то его можно представить в виде такого отношения. Раз из двух элементов из А, деленное на раз из других элементов из А. Деленное на раз из каких-то. На раз из каких-то, может быть, тех же самых, может быть, тех же самых элементов из А. Так, ну и давайте умножим Е на А3 минус А4. А3 минус А4 умножить на Е. Есть множество элементов вида А умножить на А3 плюс А4 плюс Кси Б на А3 плюс А4. Это я просто переписываю по ней множество и умножаю на А3 плюс А4. Потом продолжаю. Кси это Кси минус 1 плюс 1 будет А1 плюс А2 плюс А3 плюс А4 на 3 плюс А4. Вот это у меня написано Кси. Поскольку Кси минус 1 это если А1 минус А2 делить на 3 минус А4, то Кси плюс 1 можно представить в таком виде. Умножить на B, да? Еще умножить на А3 минус А4. А3 минус А4 сокращается, получается А на А3 минус А4 плюс Б умножить на А1 минус А2 плюс А3 минус А4. Ну, мы видим, что вот этот элемент вот здесь записан, но принадлежит вот этому вот множеству, мощность которого мы должны с вами оценить. Ну вот это вот. Второе слагаемое, оно лежит 2 умножить на А минус А плюс А минус А. Первое слагаемое лежит 2 умножить на А минус А. Ну и при этом мы нашли А в квадрате элемент такого вида, а отсюда получается. Отсюда получается, что мощность этого множества не меньше мощности А в квадрате. Мы нашли уже столько элементов в этом множестве, может быть, есть еще какие-то там. Тем самым теорема доказана.